Знаешь, какая была первая книга? Знаешь, какая будет последняя книга? Знаешь, какая самая известная книга? Знаешь, какая самая интересная книга? Начнем с того, что с самого детства я читать привык. Очень много книг, но в какой-то миг в моей жизни появилась книга одна, которую от меня так долго прятал сатана. Но прочитал я, что Иисус за меня пролил свою кровь. Моего грубого сердца коснулась любовь. Я зарыдал, как ребенок, и не мог остановиться. По щекам бежали слезы и падали на страницы. Всякое слово, что век надо мной потерял силу. Из-за того, что истина меня освободила, я создал тот момент, чтобы кто столько велик, что может уничтожить землю, как черновик. Потом создать все по-новому, еще лучше, чем было. На это у него достаточно мудрости и силы. Он тот, кто установил законы мир физическом и духовном. Сказал свое слово, чтобы его исполнить. Написал судьбу вселенной и поставил печать. Это его воля, которую мы должны знать. Библию люди писали, какие-то невежды сказали. Они не знали, что Бог лично написал на скрижале. Слова способны изменить жизнь человека, сделать счастливым несчастного и здоровым коллегу. Сегодня очень много в мире газет, журналов и книг, но Библия — это слово Божье, и оно больше всех. И утром читай Библию, и днем читай Библию, вечером читай Библию, и даже ночью читай Библию. Я не верю в гороскопы, нет, не верю в восточные культы и тому подобный бред. Меня воротит от фэншуя и подобного стафа. Я пишу с маленькой буквы имя Людвига Фейербаха. Не удивляют те, как восприятие понятия кармы и аура, и те, кто верит всему, что пишется в книгах Дэна Брауна. Что касается меня, то здесь все по-другому. Я заложил прочную основу, верю Божьему слову. Так, я вижу много лиц удивленных. Эта книга давно уже не в перечне модных. Ты веришь в Бога, это уже позитивно, но верить всему, что там пишут, по крайней мере, наивно. Есть еще чудаки, они дают мне урок о том, что Библию нужно читать между строк. Что за щит, мой дружок? Ну и выдал ты тоже, еще сказал бы, что она написана азбукой Морзе. То, чем живу я, то, во что верю, то, на что полагаюсь безо всякого сомнения. Это здоровая пища, а не дешевый фастфуд. Читай Библию, не забудь. Утром читай Библию, и днем читай Библию, вечером читай Библию, и даже ночью читай Библию. Мы строим свою жизнь как здание, а Библия — это фундамент и основание, на котором можно смело строить. Не какой-то сарай, а небоскребы. Кто слышит слово и не исполняет, глупо поступает, его здание не устоит. Но если будешь читать, вникать и исполнять, тогда твой дом будет стоять. И не только жизнь, но абсолютно все стоит на слове его. Земля кружится вокруг оси по слову его. Солнце в небе висит по слову его. Море с берегов не выходит по слову его. Времена года проходят по слову его. Льет дождь и ветер дует по слову его. Вся вселенная существует по слову его. Божье слово честным не бывает. Если Бог что-то сказал, он исполняет. Он сказал, да будет свет, и стал свет. Читай Библию, мой тебе совет. Утром читай Библию, и днем читай Библию, вечером читай Библию, и даже ночью читай Библию. Блэкджек, преферанс, бакара. Ты считаешь, что рулетка — это лучшая игра. Огни и казино тебя манят зайти. Широкий диапазон ставок ожидает внутри. Аматор ты или игрок со стажем? Сегодня твой кошелек хорошо заряжен. Крупье перед тобой, ты уже за столом. Ставишь все на красное, выпало зеро. Хотел сорвать куш, как видел в кино. Итог, все свои деньги ты оставил в казино. Я перед тобой раскрываю карты. Библия, нет лучше ставки. Royal Flash, ха, просто ничего. Слово Божье, джекпот, это проверено давно. Библия — это книга для тех, кто хочет иметь во всем успех. Правильно действовать и не ошибаться можно только в Библии научиться. Нужно, чтобы она от уст твоих не отходила, а не покрывшись пыли где-то вдалеке лежала. Постоянно Библию читай, размышляй, в чем нужно изменяться. Сразу действуй в точности, все исполняй, что прочитаешь, и тогда свой успех ты никогда не потеряешь. Утром читай Библию, и днем читай Библию, вечером читай Библию, читай Библию.